настоящий момент дознание как бы провело все необходимые мероприятия. Причиной пожара стало, соответственно, неосторожное обращение с огнем при курении состояния алкогольного опьянения. Ранее данный дом неоднократно, к сожалению, горел. Вот, ну, все как бы обходилось, быстро обнаруживали, как бы сами ликвидировали очаг пожара. Братья вели социальный образ жизни, употребляли часто спиртное, нигде не работали.